Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это ежедневный обзор событий, происшествий и мероприятий в изложении наших авторов. Во вторник произошло, как обычно, немало событий. Правда, случались и неприятные инциденты, о которых мы тоже собираемся вам рассказать. Впрочем, вот краткий анонс сегодняшнего информационного выпуска. Требования не выполнены. Подробности касимовской истории с захватом заложницы смотреть в эфире нашей телепрограммы. Турлатовский полигон словно птица Феникс. Или почему продолжается вывоз и складирование отходов на бывших очистных сооружениях химволокна. Такой хоккей нам нужен. В городской школе появился класс, полностью набранный из юных хоккеистов. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня ночью в Касимове разыгралась настоящая драма, возможно, даже достойная экранизации. Там мужчина взял в заложники свою тещу и, угрожая ножом, потребовал встречи со своей супругой. В общем, подробности этой истории в репортаже Оксаны Тебенихиной. Минувшей ночью в городе Касимове на пульт дежурного местного отдела МВД поступило сообщение о том, что в одной из квартир в доме на улице Федорова происходит конфликт. Полицейские прибыли к месту события оперативно. Как оказалось, 34-летний житель Касимова ворвался в дом своей бывшей тещи и, угрожая ей ножом, требовал немедленной встречи с бывшей супругой и дочерью. А к сотрудникам полиции дебошир обратился с весьма неординарной просьбой. Понял. Я сказал, пузырь водки. Сейчас найдем, да, сейчас найдем. Я привезу сейчас. Поречи. Самогонка пойдет? Пойдет. Везу, Серег, все. Поречи. Без вас, поречи, все. Везу, все. На требования сотрудников полиции успокоиться мужчина не реагировал. Стражи правопорядка предупредили злоумышленника, продолжавшего угрожать хозяйке дома расправой, что будут вынуждены применить оружие, если тот не выполнит их условия. Но мужчина находился явно не в адекватном состоянии. Я узнал, что жена его находится в этот момент в Рязани. С ней созвонился, объяснил ситуацию, попросил ее приехать. Она сказала, что выезжает. Вот. Нашли мы даже попытавшись, чтобы как-то воздействовать на Патрина и убить его, положить оружие, мы нашли мать. Вот. Тоже мать привезли на место и попытались с помощью матери его остановить. Мать, как только зашла в дверь, в комнату, где находился он со своей жертвой, Патрин сразу стал кричать, чтобы она вышла, стал оскорблять нецензурную бранью. То есть еще больше стал, так сказать, жертве соображать ножом. Надавил на нож, она стала кричать, у нее потекла при этом кровь уже из груди. Ждать изменения ситуации больше не было смысла. Полицейские приняли решение стрелять. Злоумышленник с огнестрельными ранениями был госпитализирован в Касимовскую ЦРБ. Как выяснилось позже, мужчина является наркоманом со стажем. Перед тем, как отправиться с угрозами к матери бывшей супруги, он похитил из местного магазина спиртное. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям – грабеж и захват заложника. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ну а теперь к проблемам городским. Жители поселка Турлатово постоянно жалуются на деятельность фирмы, утилизирующей отходы на полигоне бывшего химволокна. Как выясняется, эпопея, когда предприниматели складировали там в том числе и весьма опасные для здоровья отходы, никак не заканчивается. Несколько раз у этих бизнесменов после судебных решений отбирали лицензию. Однако под новыми вывесками работа по вывозу отходов продолжалась. Ни для кого из жителей нашего города не секрет, что одной из наиболее экологически болевых точек Рязани является Турлатовский полигон для отходов. Скандалы, связанные с деятельностью промплощадки, не утихают круглый год, а между тем жители поселка вынуждены дышать опасными для их здоровья и жизни химическими испарениями. Неоднократные прокурорские проверки и попытки прикрыть лавочку приводили к тому, что полигон вновь начинал свою деятельность в том же темпе, менялось лишь название фирмы. Наиболее проблемным вопросом при осуществлении прокурорского надзора за исполнением закона в сфере природопользования и экологии по-прежнему остается вопрос размещения опасных отходов на промплощадке, расположенной по адресу город Рязани, район Турлатова-1, то есть это территория бывшего предприятия «Химволокно». Ранее на основании исков прокурора Октябрьского района, рассмотренных судом и удовлетворенных, была запрещена эксплуатация данных сооружений в качестве полигонов для размещения опасных отходов. Также на основании исков прокурора были аннулированы лицензии, выданные ООО «ДТА Сервис» и ОВС, то есть предприятиям, которые осуществляли эксплуатацию данных объектов. Организации меняются, то есть запрещая деятельность сначала одной организации, потом оказывается, что новую разрешительную документацию получило иное юридическое лицо, хотя там руководство остается у этих юрлиц прежним. Несмотря на результаты анализов прокурорской проверки, которые указывают на многочисленные нарушения законодательства, влекущие за собой угрозу для окружающей среды, предприятие после небольшого перерыва продолжает свою деятельность.
И региональные контролирующие структуры вплоть до 2013 года, по всей видимости, проявляли излишнюю лояльность по отношению к недобросовестному бизнесмену, выдавая ему на руки все необходимые разрешительные документы. Так, в ходе проверки было установлено, что в октябре 2013 года ряду организаций, это «Экопром», «Экоспроэко», «Экосоюз», были выданы положительные заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений и оборудования, которые данные организации планировали использовать для осуществления деятельности в области обращения с опасными отходами. Проверка показала, что данные санитарно-клинические заключения были выданы в нарушение требований Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в нарушение административного регламента. По результатам проверки в Железнодорожный районный суд было направлено 4 исковых заявления о признании недействительными данных санитарно-эпидемиологических заключений. Исковые заявления прокурора были судом удовлетворены в полном объеме. Станет ли крайняя мера прокуратуры финальной точкой в деятельности Турлатовского полигона или продолжение следует? Будем надеяться, что узнаем об этом в ближайшее время. А подробнее о деятельности так называемого Турлатовского полигона смотрите в авторской программе Оксаны Тебенихиной «Объектив» уже в эту пятницу. За соблюдением законов следят рязанские полицейские. Они продолжают работу по выявлению нелегальных мигрантов. Накануне они посетили один из рязанских хлебзаводов, где на производстве трудились десятки гастарбайтеров. Полицейские получили информацию о том, что на территории хлебзавода в Рязани работает большое количество иностранных граждан с возможными нарушениями миграционного законодательства. Сотрудники полиции посетили предприятие «Рязань-Хлеб». В ходе проверки выяснили, что иностранные граждане находятся и работают на территории России законно. Правда, санитарные условия проживания иностранных работников на территории завода оставляют желать лучшего. Материалы о нарушениях санитарных норм были направлены в соответствующее отделение Роспотребнадзора, который уполномочен проводить дальнейшую проверку в данном направлении. 30 января был проведен рейд на территории «Рязань-Хлеб», где было выявлено 49 иностранных граждан. В ходе проверки нарушений миграционного законодательства иностранными гражданами выявлено не было. Однако на месте проживания иностранных граждан были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. А рязанские дорожные полицейские продолжают задерживать нетрезвых автомобилистов, число которых особенно резко прибавляется на выходных. Еженедельно инспекторы выявляют десятки подобного рода нарушений. А статистика аварий с участием любителей принять на грудь неумолимо пополняется. И ничему-то выпивок не учат страшные картинки и видеозаписи, которыми буквально пестрят всевозможные СМИ. О работе автополицейских в минувшие выходные в материале Оксаны Тебенихиной. В минувшие выходные сотрудники госавтоинспекции на территории Рязани и области проводили традиционные профилактические рейды, направленные на выявление нетрезвых водителей. В итоге за 3 дня напряженной работы было поймано и обезврежено 69 нарушителей. Один из таких лихачей даже попытался скрыться от дорожных полицейских. Их водитель автомобиля Audi A6 решил не останавливаться по требованию сотрудников ДПС и устроил гонки по улицам города Рязани. Было организовано преследование, и автомобиль был блокирован в районе Турлатова. Водитель оказался в состоянии опьянения. И его уже не раз задерживали в состоянии опьянения за рулем автомобиля. Так, последний раз это было в 2008 году. Вот. Но, видимо, эта история его ничему не научила. Поэтому госавтоинспекция напоминает еще раз, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения уже влечет за собой уголовную ответственность. Кстати, по вине нетрезвого водителя 8 февраля в Рязани произошло ДТП. Вечером в воскресенье на Михайловском шоссе водитель автомобиля Ford Focus протаранил ВАЗ-2105, который в результате столкновений вылетел навстречку буквально в лоб «Ладе» 15-й модели. 34-летний рязанец, управляя автомобилем Ford Focus, следуя в направлении Московского шоссе, совершил столкновение с остановившимся впереди него для совершения левого поворота автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 45-летнего рязанца. От удара «Жигули» отбросил на полосу встречного движения, где они совершили столкновение с автомобилем ВАЗ-2115. Далее «Жигули» 15-й модели совершили наезд на опору линии электропередач. А водитель иномарки проехал еще около 150 метров после совершения столкновения, прежде чем остановился. В результате происшествия 47-летняя женщина-водитель
15-й модели «Жигулей» с предварительным диагнозом ушиб грудной клетки и тупая травма живота доставлена в областную клиническую больницу. При освидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения у водителя автомобиля Ford Focus установлено 0,84 миллиграмм спирта на литр выдыхаемого воздуха. Нередко причиной дорожных происшествий является нарушение правил тонировки. И хотя многие водители в такого рода статистику поверить машина не могут до сих пор, факт остается фактом. И в ближайшем будущем санкции за несоответствующую ГОСТу светопропускаемость передних и лобовых окон будут ужесточаться. Первый раз вас остановили с тонировкой, штраф, как и сейчас, 500 рублей. Дальше за повторное управление уже штраф увеличивается в несколько раз, а в третий раз уже предусмотрено лишение. Вот такие пока рассматриваются поправки. В некоторых ДТП именно плохая обзорность, видимость со стороны водителя являлась причиной ДТП. Так, в 2014 году сотрудниками ГИБДД Рязанской области было выявлено 15 тысяч фактов, когда водители управляли автомобилем с тонировкой в нарушении правил дорожного движения. Еще 20 тысяч, когда на передних боковых стеклах были установлены шторки либо сетки. В общем, на отдых у сотрудников госавтоинспекции в выходные дни времени не нашлось. Собственно, как и всегда. А в Рязанской школе номер 9 стартовал интересный спортивный проект. Там появился класс будущих хоккеистов, который собрали со всех школ города. 19 юных хоккеистов собрали в один класс в январе наступившего года. Ранее ребята обучались в разных школах города. В каждой из них был свой режим работы, под который необходимо было подстраивать график тренировок. Поэтому спортсменам нередко приходилось делать выбор между учебой и спортом. Педагогический проект был разработан совместно тренерским и педагогическими составами Дворца спорта «Олимпийский» и школы номер 9. Теперь режим дня хоккеистов упорядочен. Утром тренировка, затем уроки. Работать с детьми, которые серьезно занимаются спортом, это не трудно. Скорее интересно, познавательно и очень ответственно. И вот главное, нужно всем понять, каким образом должны взаимодействовать семья, школы и система дополнительного образования для того, чтобы наши дети успешно реализовали свои интересы, возможности, раскрыли свои способности и чтобы им помочь быть успешными и в учебе, и в спорте. Родители признались, что не жалеют о переводе детей в один класс. Мальчишки больше не пропускают уроки. Учителя также довольны экспериментом. Говорят, что с мальчишками всегда тяжело, но интересно. В завершении программы узнаем, какая погода ждет горожан на этой неделе у ведущего синоптика телекомпании Натальи Новиковой. Про февраль говорят, что он наращивает вторые льды и насыпает вторые снега. И если со льдами в этом феврале особо не срослось, то на осадке он расщедрился вовсю. А вот на каком-то определенном температурном режиме погода никак не может остановиться. На неделе она будет колебаться от почти январских морозов до мартовской оттепели. В ближайшие дни наш регион будет находиться на южной периферии серии циклонов, перемещающихся по северу европейской территории России. 11 февраля ожидается местами небольшой снег, температура воздуха минус 11, минус 16 градусов, местами по области до минус 20 градусов. В Рязани минус 13, минус 15. Днем еще отрицательные температуры, минус 2, минус 7, в Рязани минус 3, минус 5. Последующие дни западными ветрами с Атлантики начнут поступать теплые воздушные массы. Поэтому температура воздуха начнет повышаться. 12 февраля также есть вероятность небольшого снега. Температура воздуха ночью минус 3, минус 8 градусов. В Рязани минус 3, минус 5. Днем уже смешанные минус 3, плюс 2 градуса. В Рязани около нуля. В последующие дни также сохранятся смешанные дневные температуры воздуха, интенсивность осадков увеличится, и 13 февраля уже пройдет снег с мокрым снегом. Ночью 0-5 градусов, а днем около 0. В общем, март ощутимо не за горами, и вот-вот уже с крыш забарабанит капель, а в лужах начнет отражаться голубое небо. Это был завершающий сегодняшний информационный выпуск «Видеоматериал». Далее в эфире программа «Подробности». Гостем в студии будет уполномоченный по правам человека в Рязанской области Александр Гришко. И речь в беседе пойдет о наиболее частых жалобах и обращениях граждан. А на сегодня это все. И до встречи в эфире.